немножко помолчим? Да. Посмотрите, пожалуйста, у нас в гостях человек, который пишет детские книги, книги для вас. Писатель Тони Шипулина. Смотрите, вы когда-нибудь видели живого писателя? Это вот живой писатель, и вам страшно повезло. Итак, у меня вот самый-самый первый вопрос. Вообще Тони Шипулина – это псевдоним или это на самом деле? Всем еще раз здравствуйте. Меня зовут Тони Шипулина, и это не псевдоним. Мое полное имя Антонина. Но просто мне кажется, что для детей как-то проще, удобнее, так вот комфортнее, как-то говорить Тоня. Да, мне самое нравится Тоня. Антонина как-то слишком официально. Поэтому я решила, что на книгах пусть будет написано Тоня. Но это мое настоящее имя. Если вы позволите, я немножко прочитаю про вас, что мы нашли, да, в интернете, хорошо. А потом вы добавите то, чего в интернете нет, по каким-то причинам. Итак, Тони Шипулина родилась в Казахстане, в городе Алматы. Школьница стала победителем республиканского литературного конкурса «Алтын Кауэрсы», организованного газетой «Дружные ребята» при содействии фонда «Солнце Казахстана», а также победителем детского творческого конкурса, организованного Общественным фондом развития культуры и гуманитарных наук «Мусапер». В 2004 году окончила факультет журналистики Казахского национального университета имени Аль-Фараби. Работала корреспондентом и редактором казахстанских газет и журналов. В сентябре 2011 года вошла в лонг-лист премии «Кубка без года», организованной российским издательством «Астрель СПБ» со сказочной повестью. И в том же году тиражом 5000 экземпляров вышла первая книга «Волшебные желуди. Одно удивительное приключение трусливого Дюма и глупого Норика». В 2014 году попала в лонг-лист премии «Новая детская книга» российского издательства «Расмус». И в том же году вышла книга в издательстве «Астрель СПБ». Вышли две книги: «Три чайных дракона» и «Сверкающая пыль» и «Ведьма страны тумана». В 2016 году была издана книга «Тайна ведьмы Урсулы», а в 2017 году в издательстве «Самокат» в серии 1.1 вышла книга «Зефирный журнал». Правильно? Да, все правильно. Но хочу сказать, что писала, вот меня часто спрашивают, когда вы начали писать, когда вы решили стать писателем, я писала вот примерно с таких же лет, как вот вы сейчас передо мной сидите. То есть как только я научилась писать, и уже могла что-то сформулировать, уже где-то что-то могла такое придумать, как там, стишок какой-то или какую-то сказку, я уже начинала это делать. Причем, когда я это делала, у нас не особо хорошо было с какими-то красивыми тетрадками, с какими-нибудь блокнотами. Всегда этого было в недостатке. И я помню, как я писала какое-то стихотворение. И не стихотворение, а что это был рассказ или сказка, то там какое-то слово мне не могла никак его запомнить, какое-то сложное слово мне показалось. И у меня уже закончилась бумага, и закончилось вообще что-то, на чем я могла это писать. И я сделала одну очень хорошую вещь. Я на новом мамином или бабушкином, уже не помню сейчас, комоде выцарапала ручкой это слово. И прикрыла сверху это вязаной салфеткой, которую мама связала, чтобы не было видно. Ну, конечно, меня потом обнаружили, мой проступок. Вот, но меня простили. То есть мне всегда хотелось сочинять, как только я научилась это делать. И что самое интересное, сначала это были стихи, именно стихи. Я писала их в основном по ночам. Почему-то ночью именно вдохновение ко мне приходило, но у меня папа строгий такой, он не разрешал никогда ночник расставлять, ну, чтобы вот свет выключили, уже спать ложитесь, и уже никакого света. А я ложусь спать, и здесь мне приходят рифмы, здесь мне вот хочется сочинить что-то про ночь, про там луну. И тогда я придумала такую штуку. Я оставляла под подушкой тетрадку и ручку. И в темноте, не было совершенно ничего видно, я в темноте отодвигала подушку, ставила палец в начало строчки, в темноте, и вот и что-то там писала. Потом сдвигала палец вниз, это была вторая строчка, условно говоря. И списала следующую. И вот так вот, значит, двигалась постепенно. Когда утром я открывала подушку и смотрела то, что я там придумала, там были страшные совершенно каракули.
очень было сложно что-то разобрать. Но все равно хотя бы мысли, словно что-то я там могла уже все-таки понять, что я там вообще писала. Вот, и вот так вот я написала несколько стихотворений. Несколько, там мне было около 10 или 20 стихотворений. Еще я рисовала тоже. И вот эту папку с моими стихами и иллюстрациями мой дядя отнес тогда, а он известный, кстати говоря, карикатурист, Игорь Кийко его зовут. Он рисует карикатуры. Знаете, да, что такое карикатура? Да. Вот. И он работал в газете, где он рисовал карикатуры, а выше несколькими этажами находилась газета «Дружные ребята», редакция газеты. И он никому ничего никому не сказал, он взял эту папку с моими стихами и рисунками и отнес в редакцию, чтобы там просто посмотрели. И вот мне оттуда позвонил журналист, это подписать, мне где-то было лет 10, наверное, лет 10-11, вот так. Мне позвонил оттуда журналист и сказал, что он хочет сделать со мной интервью, они меня напечатают, у меня такие прекрасные, чудесные стихотворения, рисунки. И, в общем, потом в «Дружных ребятах» вышел большой материал на целую полосу, где была моя фотография, где было интервью со мной большое, где были опубликованы мои стихотворения и рисунки. И я помню, как впервые узнала об этом, постучалась ко мне соседка с верхних этажей и с этой газеты, что Тоня, смотри, здесь ты, здесь ты. Вот это было очень приятно, и, наверное, тогда, вот в эти 10 лет, я поняла, что у меня получается, что я сделала что-то такое, что оценили, и, наверное, значит, это неплохо, раз это опубликовали. И с тех пор мне, собственно, и хотелось писать дальше. Вот у нас наша библиотека вообще детская. Поэтому всем, наверное, интересно узнать про ваше детство. Соответственно. Да, вот немножко я рассказала, но я на самом деле была таким ребенком, хоть я вроде бы маленькая такая девочка всегда была, вообще маленькая. Да, без косичек, у меня была короткая стрижка с челкой. Вот, и я всегда себе все ломала. Вот так. Всегда у меня столько переломов, что не сосчитать. При этом я не занимаюсь спортом, при этом я просто как-то так всегда нелепо падала. И что-то со мной такое происходило. Я, например, могла качаться на качелях и попытаться сделать солнышко. Кто знает, что такое солнышко на качелях? Я знаю. Кто-нибудь делал его? Не делайте его. Да, в общем, я сделала это солнышко, я вот так вот сделала полный оборот. И когда я была наверху, естественно, я туда упала, потому что тело не способно держаться там наверху. Я упала, и эта качеля, сделав оборот, железная качеля, она стукнула меня несколько раз по груди. И я, естественно, у меня было два перелома грудной клетки, и я лежала в больнице месяца два. Я ломала копчик, я ломала руку левую два раза, я ломала шею, чего только себе не ломала. Причем все по чистой случайности. Вот когда, например, птичку выпускала в окошко, залетела птица в редакцию. Это ей, вот я уже и взрослая ломала. Птица в редакцию залетела, где я работала журналистом. Мне хотелось птичку выпустить, воробья. А в окно находилось очень-очень высоко. А мне нужно было окошко открыть. И я решила, что как Ямакаси. Кто такие, знаете, Ямакаси? Нет. Ну, я решила, что я такая ловкая, что я скарабкаюсь вот по стене. В общем, держась за трубу. Я, держась за трубу, так вот попыталась, но, естественно, я оттуда грохнулась, да, и сломала себе руку. Так что вот такой я была ребенок, я всегда, я помню, тетя моя, моя тетя очень удивилась, когда пришла к маме с очередным каким-то там переломом, и мама вместо того, чтобы меня пожалеть, сказала, о, Господи, сколько можно уже опять, потому что я начинала все это часто со мной происходить. Так что я была вот таким вот непростым ребенком. Скажите, а вот детская библиотека в вашем детстве была? К сожалению, нет. И вообще надо сказать, что мне хочется вам сказать, что вам очень на самом деле повезло. По большому счету, сейчас тогда книг было не так много, серьезных, красочно оформленных, на самом деле. Все, что я читала, например, в детстве, и то, что мне запомнилось, это на самом деле не детские вещи. Я читала Диккенса, я очень любила Диккенса, а это вообще-то взрослый автор. Я читала, мне нравился Стендаль, мне нравился Герберт Уэллс, мне нравился Фантастика. По сути, это все взрослые. Я не помню даже никаких ярких детских. Ну, наверное, у меня была Алиса в стране чудес, конечно же, да, я помню. Это были черные такие ажурные иллюстрации, очень красивые, которые нам кто-то подарили.
Может быть, еще каких-то пару книг я вспомню, которые у меня до сих пор, кстати говоря, остались, и мама их передала, мы их хранили, какие-то книжки, естественно, никогда не выбрасывали, не выбрасывали. Но выбора такого, какой сейчас у вас есть, его не было. Не с точки зрения того, что сейчас даже Алиса в стране чудес, если вам нравится Алиса, или вы хотите почитать «Остров сокровищ», вы придете в магазин и выберете 10 разных книг «Острова сокровищ», вам будет и такое оформление, и такие иллюстрации, и сяки, и вот такая книга, и сякая книга. И в этом смысле, конечно, это здорово. В моем детстве я не помню такого большого количества именно детских книг. И, кстати говоря, детской библиотеки тоже. С детской библиотекой у меня сразу связано одно единственное воспоминание уже в школе. Как классный руководитель наш водил нас на наш класс в детскую библиотеку имени Бегарина. Это в Алмате библиотека. Она находится недалеко от парка Панфиловцев. Но то, что я запомнила, надо сказать вам, я запомнила, что мы смотрели там мультик «Красавица и чудовище». И запомнила, как мы шли там по дороге через вот этот весь парк и бросали друг друга снежками. Это все, что я запомнила о детской библиотеке имени Бегарина. Поэтому, к сожалению, нет. Хотя... А какие-то, например, детские авторы, ну, может быть, уже более поздние, вы для себя открыли что-то такое интересное? Именно детских современных? Ну, можно современных, можно классик. Вообще лет 10 назад, что-то когда я начала... Что-то на вас такой раз и произвело впечатление. Ну вот, я уже сказала, что как-то именно детских в детстве не было. Вот когда я начала уже сейчас заниматься вот современной детской литературой, я открыла для себя большое количество современных детских авторов, очень хороших, которые пишут интереснейшие вещи. И вот уже как 10 лет, наверное, примерно, я читаю в основном только современную детскую литературу, как зарубежную, так и... То есть, и нашу, русскоязычную. Я с трудом представляю себе, что я сейчас читаю взрослую какую-то книгу. Мне приходится преодолевать себя, чтобы читать. Я даже сейчас как-то к вам летела в самолете, я взяла почитать взрослую книгу, которая попала в большой, серьезный конкурс, шорт-лист, это как финал считается, большая книга называется этот конкурс. Я взяла эту книгу, о которой все говорят вокруг, какая она прекрасная, замечательная. Петров в гриппе называется. Петровы в гриппе. Сальников автор. И вот я читала, сидела ее в самолете, я поняла, как же мне тяжело читать эту книжку после детской литературы. Детская литература... Все еще моя любовь, потому что она динамична, потому что в ней все время что-то происходит, сюжеты очень такие динамичные, и герои очень необычные, и вообще дети мне все еще интересны, да, и нравятся, поэтому вот. Вы знаете, у нас в библиотеке, к сожалению, только три наименования ваших книг: «Приключения дракона», «Последняя книга Сефира Нашора» и «Тайна ведьмы Урсулы». То есть давайте вот про них. Они такие все очень разные. Если, например, это вот литературная сказка, ну давайте с нее начнем. Вот эта книжка, это продолжение на самом деле первой самой моей книги «Волшебные желуди». «Волшебные желуди», к сожалению, уже все раскуплены. Они вышли в 2011 году тиражом 5000 экземпляров и довольно быстро все распродались. А дополнительный тираж издательство не стало делать, потому что издательство, ну конечно же, оно всегда все равно думает. Он же вкладывает деньги, правильно? Вот он заплатил за печать книги, за иллюстрации, за текст корректору, редактору, мне гонорары авторские, да, и все прочее. Оно должно понимать и знать, что оно вернет себе эти деньги, когда книга продастся. Видимо, издатели были не уверены, что второй тираж книги первой они смогут распродать. Поэтому они этот тираж не сделали. Но запросили у меня продолжение истории. Я писала ее не так быстро, как мне бы хотелось, я писала ее довольно долго, надо сказать, потому что я как раз забеременела своим вторым сыном, и у меня были несколько других каких-то забот и дела. Вот. И когда я написала эту книгу, продолжение, она вышла в 2014 году, получается, спустя 3 года после того, как вышла первая книжка. Естественно, многие читатели вообще не поняли, что эта книжка имеет отношение к первой части.
И когда они читали эту книгу, они немножко не понимали, кто эти герои, что вообще происходит. Я читала и тоже думала, что же было до? Что-то не то, да? Что-то здесь как будто бы что-то до этого случилось. Да, так и есть. Но я хочу сказать, что первую книжку я выложила сама в интернет. То есть ее достать, купить вот так вот уже бумажно невозможно, но я ее, она есть в отсканированном хорошем варианте, в PDF-формате, это тот формат, который можно скачать на электронную книгу, на буквиды, на планшет. Вот если у вас кто-то есть планшет, вы можете скачать себе, попросить родителей скачать на планшет себе эту книгу. Она есть в интернете, «Волшебные желуди». И, кстати, еще в интернете есть эта же книга «Волшебные желуди», которую я сама еще начитала. Я ее прочитала каждую группу, то есть аудиокнижка. Да. Я подумала, что это хоть как-то поможет вообще понять лишь вот это. Знаете, давайте проведем вот такой вот эксперимент. Вот у меня вот тут, в общем-то, два, да. Начало этой книги я не знаю. Ну, там вот у меня вот там «Волшебные желуди», «Приключения трусливого Рюма» и «Глупого Норика». Но когда я читала «Три чайных дракона», мне не показалось, что Рюм действительно трусливый, а Норик... Это было сделано хорошо. Да. Вы нам расскажите чуть-чуть, как бы такой пересказ. Да? Давайте. А потом я буду вам рассказывать, а вы меня будете поправлять. В смысле, вот вы мне сначала про первую книгу. Да. Ну, в общем, это я написала в 2010 году, это уже было давным-давно, мне кажется, что это было, я уже сама с трудом помню, что там происходило, честно сказать, потому что лучше всего ты помнишь свою самую новую книгу, самую новую повесть, которую ты писал. Но в целом, конечно же, я вам расскажу о том, что в одной деревне, деревне Рюмов, Рюмы — это такие существа, вот примерно такие, да, вот с большими ушами. Ну, это похоже на порося, да, с пятачком, который очень хорошо чует запахи на расстоянии очень-очень большом. То есть, вот, например, если сейчас где-то раскроют внизу шоколадку, например, кто-то будет есть шоколад где-нибудь там в конце на том этаже, то, например, если была я Рюмом, то я бы учуяла эту шоколадку, да. Да, то есть вот Рюмы, они вот так могут учуять запахи, и уши могут очень хорошо слышать хруст, наверное, этой шоколадки, разламывающейся. Вот эти существа Рюмы, они живут обособленной деревней. Обособленно значит, что они отделены от всего остального мира, и они защищают свой собственный мир, они считают себя такими распрекрасными, все знающими, все умеющими, и высшими существами. У них есть волшебные желуди, из которых они делают всякие разные настойки, лекарства, они там от всего. У них есть целый такой подземелье, где они все эти хранят баночки, бутылочки и так далее. И вот там живет Рюм по имени Пип. Но Пип немножко не похож на всех своих, сородичам, не похож, потому что он все время пытается убежать за пределы этой деревни. Он все время хочет посмотреть, а что же там за деревня дальше, а что же там в шумном лесу, а рядом с ней шумный лес. А в шумном лесу всякие страшные существа есть. И не только страшные, они разные. Там есть, они есть и безобидные, есть и страшные, и пугающие. И он все время хочет посмотреть, что же там такое. А его, естественно, никто из его сородичей не хочет этого. Они не понимают, зачем это надо. Вот мы здесь живем, нам хорошо, комфортно, нам не нужны какие-то другие существа. Они оберегают свои волшебные желуди. А на волшебные желуди все время пытается выкрасть Норик по имени Йосла. Вот, примерно такой. Я буду показывать. Это тоже такой народец. Это голубой кожей. Да, с длинной вытянутой мордочкой, немножко кенгуриной, с высокими торчащими ушами, с длинным хвостом, с кисточкой на конце. И вот он он не знает, зачем сам. Ну вот бабушка сказала, что он должен вот эти желуди хотя бы взять. Он пытается все время эти желуди выкрасть. Но, естественно, Рюмы хитрые, Рюмы умные, и они задумывают всякие разные средства, чтобы Норик не заполучил эти желуди. Но однажды случается так, что Рюмы и Норик встречаются,
на болоте, где это как раз все в первых пищах происходит, где Рюма Пипа наказали, родители отправили его за поющими ягодами на болото собирать, потому что он был опять слишком любопытен, опять лез туда, куда ему не стоило лезть, его наказали, его отправили собирать эти поющие ягоды на болото. А поющие ягоды, они так называются, потому что когда к ним прикасаешься, они начинают кричать: «О, не срывай меня, иначе там ты там расчешешь себе руки в кровь», там, в таком духе, я уже не помню. В общем, от них чешутся просто очень все. И их собирать очень непросто, поэтому это и есть наказание. Наказание поющими ягодами. И вот Рюм пошел собирать эти три корзины поющих ягод, наказание за то, что он был слишком любопытен. А там на болоте вдруг появился Норик, с которым нельзя было общаться Рюму, и который очень не любит Рюму все. И так вышло, что они отправились в путешествие вместе. То есть, по сути, Пип убежал из дома. Он убежал, и вместе с Рюмом, с Нориком, который, по идее, его враг, он совершил целое путешествие, это все было в первой книжке, с точки А в точку Б, чтобы узнать ответы на свои вопросы, что такое волшебные желудки, зачем они нужны, и так далее. И там по дороге происходят с ними всякие удивительные штуки. Там есть и превращение, там, если они попадают и под землю, они плывут по большому молчаливому озеру на громадной рыбе. Там встречается ворчливая крыса-фучука, которая пытается забрать у них там кое-что драгоценное. И вот это все с ними происходит. И в конце оказывается, что они друзья, что они подружились, и что Рюм, Пип, он думал про себя все время, что он такой трусливый, а Норик, про Норика все время говорили, что он такой глупый, что выясняется, что он не такой глупый, выясняется, что другой не такой уж и трусливый, на самом деле очень даже смелый. То есть с ними самими тоже происходит перевоплощение. А здесь рассказывается во второй части книги, как они уже небольшие-большие, как они уже отдельно живут. Но Пип продолжает скучать по своей семье, и, наверное, что-то понимает, что хоть они немножко, он с ними не согласен в чем-то, но это все-таки его семья, это все-таки его папа, мама. И здесь тоже есть превращение и приключение, но немножко другое завершение. Особенно мне понравилось там, где появляются три чайных дракона, а призывает их крыса-фучука. Вот, а крыса-фучука... Фучука призывает их тогда, когда, потому что она тут залезла в дом вот этого самого Норика и съела у них все варенье, которое они приготовили на зиму. Она большая любительница варенья из поющих ягод, очень их любит и все готово за них. А там есть у Йосла есть еще его подружка, и она приглашает их попить чаю. Неважно, и крыса с ними садится пить чай, потому что неудобно же уходить прямо сразу. Она же съела у них все варенье. Вот. И потом говорит: ну хорошо, а теперь хотите, я вас позову к вам трех чайных драконов, которые вам погадают. Но учтите, вы никогда не узнаете, вы должны сами догадаться, какой дракон про что рассказывает. Один будет рассказывать про ваше прошлое, другой будет рассказывать про ваше настоящее. А третий будет про будущее. И вы должны догадаться. Вот такая вот книга. Три чайных дракона. Тут еще, конечно, есть сверкающая пыль. Но это вы сами прочитали. Еще вот одна книга. И такое впечатление, что это тоже продолжение. Это тоже продолжение. Да, да. Она, конечно, для детей, мне кажется, постарше. Это вот как раз на подростках рассчитано. То есть начиная с 12 лет, наверное, ее можно. 12-13 лет. И особенно, мне кажется, для девочек, которые любят фильмы Миядзаки. Кто-нибудь знает Миядзаки? «Ходячий замок». Кто смотрел? Поднимаем руки. «Ходячий замок». Я страшная поклонница Миядзаки. Я его ужасно люблю. И эту книгу, первую часть и вторую, я написала под впечатлением от «Унесённых призраков». «Унесённых призраков» не смотрел бы? Я читала. Книгу читала. Замечательно. Я очень люблю этот мультфильм. Мне хотелось сделать что-то похожее, не повторить, а похожее по ощущению. Вот то же самое, что читает Инстапа, когда что я чувствовала я, когда смотрела этот мультфильм. То есть вот это попадание девочки обычной в
мир совершенно не похожий на наш, мир духов, мир призраков каких-то. Естественно, что там где-то что-то может быть пугающее немножко. И в первой части есть довольно страшный персонаж. И здесь тоже есть. Вот, поэтому это для детей постарше. А то вдруг не спугаетесь. Да, но если первое... Я читала эту книжку, она в библиотеке в читальном зале. Не сильно страшно? Нет, а, во-первых, я фантомы видела в детстве, поэтому мне интересно было, вот как объяснять. Может, вот так и можно объяснить, как вот я видела. Если, например, это, вот это вот литературная сказка, да, сказка, да, а это фэнтези, вот как бы для подростков, а вот эта книга, вот «Зефирный Жора», это вообще вот как будто бы реалистическая, это совершенно единственная реалистичная повесть, которую я написала. Потому что на самом деле я всегда, с детства, когда писала, я все время что-то выдумывала, мне ужасно нравятся всякие существа необычные, какие-нибудь выдуманные, те, которые вот нету. Понятно, что все равно все это соткано, создано из тех частей, которые есть вокруг меня. То есть все равно это, по сути, конструктор. Я конструирую этих существ из того, что я вижу, и всех... То есть я не выдумаю ничего того, что природа не выдумала за меня. Но мне нравится что-то такое вот именно создавать, да, вот этот мир продумать, его, как он может выглядеть, вот этот мир, там, деревья Рюмов, там. Сейчас у меня, кстати, готовится к выходу новая книжка, называется «Щелезубые землеройки». Это условное рабочее название. И там тоже совершенно удивительный другой мир. Значит, реалистические книги. Да, все-таки вот не ваши. Нет, это тоже может быть мое, но пока вот мне интересно все равно выдумывать. И там тоже будет мир необычный, другой совершенно. Но, конечно же, вы не будете узнавать и наш мир тоже. Да. Ну, это, конечно, удивительная книга. Кто у нас там в четвертом классе учится? Какой, где у нас мальчик, который учится в четвертом классе? Вот. Ну, он худенький мальчик. А этот главный герой, Жора, он тоже учится в четвертом классе, но он очень полный. И его мальчишки дразнят. У вас есть полные дети в классе? Есть. Дразнят? Вы дразните их? Нет. Честно? У нас один человек только дразнит маленьких. Вот, лучше бы, конечно, не дразнить, но на самом деле а это так не поймёшь. Сам. А тут этот мальчик Жора, он сам рассказывает, и оказывается, что вот он такой полный, он такой немножко неуклюжий, но он такой, мне кажется, мечтатель, удивительный такой мальчик, что вот под вот этой вот оболочкой совершенно удивительный мальчик. Так, вот это первая реалистичная повесть, которую я написала. И как раз, да, правильно, о таком мальчике, который немножко не похож... Допустим, меня всегда вообще эта тема интересовала, отличие, как мы друг друга отличаемся. Мы все очень разные, но как мы реагируем на того, кто очень уж сильно отличается от нас как-то. То есть слишком заметно. Понятно, что мы каждый удивительный, неповторимый, каждый из вас. Но как же мы вот ведем себя, когда появляется в классе тот, кто становится какой-то белой вороной, то есть настолько сильно не похож на всех на нас, что его начинают, возможно, где-то дразнить, где-то обижать и так далее. Но на самом деле я придумала эту повесть, когда, ну, повесть скорее это герой мне придумал, потому что иногда бывает по-разному. Иногда ты сразу сюжет придумывается тебе какой-то, ты сразу думаешь какой-то вот сюжет, основу, саму историю. А иногда ты думаешь, так, вот этот вот герой, и уже вокруг героя начинает что-то образовываться, какая-то история возникает. И вот здесь как раз с Жорой было именно так, мне сам герой представился, что как здорово было бы описать вот такого героя. Он очень чувствительный, он очень переживает много за все, но при этом он очень внимательный, он очень чуткий, у него прекрасная фантазия богатая, у него хорошее чувство юмора. Вот как ему приходится с самим, как его поддерживает или не поддерживает семья. Здесь очень много смешных моментов на самом деле, мне кажется. Вот мой сын, которому старшему я читала, еще когда этой книжки не было, книжка была только в компьютере, я печатала на компьютере, я ему отрывки читала, ему было очень смешно, тем более, что он в каких-то диалогах узнавал себя. Потому что, конечно же, когда я пишу, особенно реалистичные какие-то повести, я, естественно, туда вкладываю все, что я вижу, слышу, и где-то туда попадают какие-то диалоги наши с сыном, где-то какие-то его словечки. И туда же, в эту книжку, например, попала моя собака. У меня две собаки и кот. И вот старшая собака,
мы ее взяли из приюта. Мы ее брали маленькой, когда она была очень маленькой, и мне сказали, что она не вырастет. Но получилось, как в том анекдоте с хомячком, который превратился в медведя. То есть у меня собака, которая мне обещает, что она не вырастет, она вымахала огромную собачищу. В общем, такая большая теперь у меня собака, но при этом она совершенно трусливая. Она очень боится гулять. Чтобы вот ее позвать гулять, она знает, она чувствует, что уже настало время гулять. Она прячется где-нибудь под столом или под диваном, ее приходится вытаскивать. А маленькая собачка, вторая собачка у меня маленькая, то есть терьер, чихуахуа, смесь. И вот, а он очень любит гулять. И он не понимает, почему она не выходит. Нужно же гулять, пора гулять, там же здорово, там солнце. И вот он за ней бежит и начинает ее вот так слегка-слегка покусывать за задние лапы, подгонять. Ну давай, скорее, вылазь. В общем, это все очень смешно происходит, а она не хочет, она лежит вот так вот, как тряпочка, вот здесь вот описано очень, я вот ее как раз описывала, она как тряпочка, ее приходится вот так вот тащить по полу, она упирается в себя. Она либо упирается, либо изображает, повторяется, что она умерла, что меня не трогайте, все, меня нет, я не пойду гулять никуда. Ну, в общем, и вот она, и когда ты с ней идешь гулять, вот ты держишь поводок, и она до сих пор, ей уже 7 лет, мы ее взяли 7 лет назад, то есть она с нами все это время, мы с ней ходим 3-4 раза в день гулять, казалось бы, она уже должна была привыкнуть, но она никак не привыкнет, и когда ты держишь этот поводок вот так, и вот так вот поводок дрожит. То есть она сама дрожит вот так вот вся, и вот эта дрожь по поводку передается в руку, и вот так вот рука дрожит. Вот эта странная такая собака, вот она тоже один из героев этой повести, да. Она в чем-то похожа на Жору, и Жора, увидев и поняв тоже какой-то ее страх, он решил, наверное, что он не хочет все-таки таким быть. И у него есть там обидчик, один мальчик конкретный, который его очень обижает и задевает. И все-таки ему нужно постоять за себя, как-то понять, как ему ответить и как сказать. И вот он решает, что он не будет похож на свою собаку. И как-то все-таки он ему ответит. Я не буду вам все рассказывать, потому что нам будет интересно почитать. Может быть, у кого-то есть вопросы, а то я спрашивайте. Редкий шанс, редкая возможность будет. Прошу. Вот ваша книга «Веяние страны тумана». Как вы сказали, она для более взрослой аудитории. А вызвало ли это непонимание среди ваших читателей, которые не были к этому готовы? То есть вы известны как автор для более меньшей аудитории? А то на самом деле не настолько же. Вот, действительно, наверное, знаешь, если бы у меня было какое-то такое имя, прям, ну вот прям, я там не знаю, как умен. И вдруг я писала что-то в определенной стилистике, долгое время меня бы уже все знали, покупали, бежали бы там, а потом бы вдруг раз, и я выдала что-нибудь совершенно другое. То есть, что это такое, вообще не поняли мы не хотим такое читать. Но я, когда я написала первую эту книжку «Ведьмы страны тумана», ну, у меня вышло всего 2 книжки с довольно большим разрывом между друг другом для детей. И я не думаю, что они как-то так, что они сделали меня такой популярной, чтобы я вдруг не могла сменить жанр. Поэтому мне просто захотелось, мне после этих детских сказок страшно захотелось что-нибудь такое повзрослее, потому что все равно здесь некоторое ограничение. Ты боишься, что слово слишком сложное используешь. Я, кстати, очень много все-таки повыкидывала слов, хотя мне до сих пор говорят, что много сложных слов. Но я старалась не использовать слишком длинные, а я люблю очень длинные словосочетания, сложные, с депричастиями, вот какие-то такие обороты завернуть. Мне бы приходилось все время, то есть я пишу, потом понимаю, так, нет, это будет сложно. Я возвращаюсь, и мне приходится эти предложения либо резать, либо выкидывать что-то. То есть мне все время приходилось себя все равно загонять в определенные рамки и жанры, в смысле, да, в рамки. А когда я писала «Ведьму страны туманов», я все равно немножко себя отпустила, это же для детей, для подростков, для тех, кто постарше, он поймет. И я как-то так уже немножко, было мне спокойнее, свободнее, что ли, так сказала. Мне хотелось это попробовать, поэтому я рискнула. Нет, ведьм еще один вопрос был. Почему ее зовут Урсула? Ой, вот, кстати говоря, когда это имя придумала, я придумала сначала не Урсула, а Урса. Урса, потом я подумала, так, может быть, имя полное, Урса, это же, наверное, Урсула, ну пусть она будет Урсула, то есть мне не Урсула сначала придумалась, а Урса, а потом я это придумала полное, и когда уже книжка вышла, когда она уже была нарисована, печатала, я вдруг с ужасом вспомнила, что такая же точно ведьма, в смысле, Урсула есть в истории про, в мультфильме про Ариэль, про русалочку, там тоже ведьма, которую зовут Урсула.
Я думаю, ну что ж теперь делать? Ну уже было нечего, уже ничего нельзя было поделать, уже было поздно. Поэтому мне пришлось смириться. И теперь, когда если в поисковике в интернете набираешь название моей книги, выходят еще игрушки из мультиков Урсулы. Или какие-нибудь плакаты. А там еще есть девочка, и у нее тоже удивительное совершенно имя. Вообще ни на что не похоже. Люсинка. Да, главная героиня. Вообще мне нравятся тоже необычные какие-нибудь имена. Да, красивые. И чтобы они не были похожи на иностранные, но и чтобы это не было так, иностранное что-то чужое, но при этом и не слишком какие-то обычные. Обычно я беру, когда название придумываю, я беру слово, смотрю на него долго, пытаюсь его изменить так, чтобы оно было узнаваемо, но при этом это было что-то новое. Это такой мой приход. Как ваших детей зовут, если вы любите необычные имена? Старшего сына зовут Тимофеем, а младшего Матвей. Тимофей Матвей. Ну, тоже редкий. Да, ну просто Матвеем я хотела назвать еще. Матвеем хотела назвать моя мама моего брата. Моего брата младшего зовут Игнат. Она хотела назвать его Матвеем, как героя фильма «Дело было в Пенькове». Очень любил этот фильм советский. И хотела. Но как-то вот мой папа был очень против, они решили назвать их папой. А я, когда родился, думаю, не могу назвать Матвеем, возьмусь с Матвеем. Теперь расскажите вот про то, что вы не только пишете, но еще и рисуете. Вот как вы рисуете вот эти существа? Совершенно удивительно. Давайте мы сейчас спросим у детей. Дети, как вы думаете, кто это? Лошадка. Ну, как у кого какие здесь мысли? Ну-ка, внимательно смотрите. Какое-то существо. Ну, естественно. Это самое правильное отделение. Это да. Все ну, смотрим внимательно. Единорог, да? Сама. Типа лошадка, да? В общем, это кто? В общем, Ольга это Алексеевна кто-то? Была ближе всех, поскольку она сказала, что это птица. Это птенчик, но не совершенно удивительный птенчик. Поэтому расскажите, как вы придумали? Ну, может быть, да, вполне, чтобы я там поделилась. Вообще, я, опять же, рисовала всегда. Вот я писала всегда, еще когда и рисовала тоже. Я рисовала все, что видела. Я рисовала каждый день. То есть было сразу понятно еще с детства, что я рисующий ребенок. Я рисовала очень много. И рисовала все, что вижу, и очень любила рисовать портреты. Я рисовала своих домочадцев, я рисовала своих друзей, в школе рисовала со спины и в профиль, и учителей, и своих одноклассников, потом я рисовала в университете своих однокурсников, я всегда рисовала. И я думала, куда мне как раз поступать. Я не могла выбрать, вот либо мне пойти на художника художественный, либо мне пойти куда-то, где что-то связано со словом, ну то есть работать со словом. И очень часто я говорю на встречах, что когда ты не знаешь, куда тебе идти, или не знаешь, что тебе выбрать, что нужно все-таки посоветоваться со взрослыми. Я не советовалась ни с кем, и как-то решила этот вопрос сама. Но если бы я посоветовалась, возможно, мне подсказали бы, что есть, например, филфак, где научат тоже всяким языковым приемам, чему-то еще. То есть ты там... А я решила, что я пойду вот на журналистику как раз. Еще, кстати, зачем я туда пошла? Потому что я очень стеснительная всегда была. Страшно стеснительная. И если я выходила в вот так вот, как сейчас я здесь стою, в школе меня вызывали к доске. У меня вот такой был багряный румянец. То есть вот я прям краснела, просто мне было так страшно. Я так стеснялась что-либо сказать вообще вот рядом с учителем. И у нас еще был такой страшный учитель один. Не сказать, что он был не страшный, но мы его очень боялись. У него была фамилия Гусов, он преподавал физику, учил нас физику в школе. Он тихо-тихо сидел. Тихо-тихо. И вот так вот лежал журнал, и тихо-тихо. Тишина такая, что даже слышно было, кто где-то муха жужжит. Муха жужжит, все слышали, как она жужжит. И вот так вот водил ручкой по фамилиям. И все вот так вот задают дыхание, сидели. Моя фамилия в конце, когда он к концу... Вот даже прям все. Он был очень строгий. Вот у меня когда первый раз нас так всех напугали, им так напугали, что когда у нас был самый первый урок физики, мы сели, и он как раз, то есть нужно было первый раз отвечать что-то. И он
и меня вызывает. Я вышла, и я так перепугалась, в общем, я начала хохотать от страха. Это такая реакция типа истерики. Я начала смеяться, я смеялась, вся покраснела, мне было так смешно, именно от страха. Он подождал, когда я успокоюсь. Все, ты успокоился? Я успокоилась, отвечай. Я ответила на четверку. Но я к чему это все говорю? Что я пошла на журфак, вот чтобы перебороть вот это все в себе. Я решила, что я не буду больше. Ну сколько можно стесняться? Ну сколько можно бояться? Ну кто меня съест? Никто меня не съест. А если я буду работать журналистом, то я буду обязана брать интервью, разговаривать с людьми. Тут уж никуда не денешься, это будет моей работой, правильно. Я так рассудила, конечно, первое время мне было нелегко, но можно сказать, что я с этим справилась, судя по тому, что я сейчас перед вами стою и что-то вам рассказываю. Журналистика вообще помогала в писании дальше? Вот как работа с текстом, конечно же, нет совершенно. Потому что это совершенно разные, да, способы создания текста. И то, что требуется журналистике, не нужно писание текста. Но именно она помогла с точки зрения вот этого просто, помогла более уверенной в себе, конечно, сказать. Так вот, а на художку я не пошла на художника учиться, потому что я очень такая быстрая по натуре по своей, мне нужно все сделать быстро. И рисовать в том числе. Я села, я быстро нарисовала что-то, и все, и не могу долго сидеть в одной картинке. А там я решила, ну, сколько я это знала, себе представляла, что нужно вот поставить тебе какой-нибудь натюрморт, например, и тебе нужно будет неделю его рисовать. Я думаю, ну как же я буду неделю целую рисовать один натюрморт? И я решила, ну, что я... Или что-то там, да, нет, это слишком для меня. Я решила, что я не буду поэтому художником. И теперь я об этом тоже жалею. Ну как жалею? Просто мне не хватает на самом деле каких-то знаний, мне не хватает знаний анатомии, то, что там не хватает знаний основ, чтобы рисовать правильно, чтобы пропорция была все соблюдена. Потому что когда я начинаю рисовать человека, у меня все время получается тоже какая-то карикатура. У меня либо голова слишком большая, тело короткое, ноги короткие, там что-то. И то есть мне все время кажется, что мне не хватает вот этой теории, которую я могла бы получить, если бы я выучилась на художника. А так мне просто, видимо, ну, врожденное умение там что-то рисовать. Да. И когда первая книжка «Волшебная желудь», я ее написала и отправила в издательство, и мне главный редактор издательства ответил, что он, да, что не заключается со мной договор, что они не выплатят гонорар, напечатают мою книжку. Я была счастлива и думала даже, что это, наверное, неправда какая-то, что это что-то не может быть, что это какой-то автоответ пришел мне, что это, наверное, не сам редактор. Вот. И тогда они сказали, что они будут искать художника для книжки, потому что эта книжка в определенной серии у них выходит, а серия это такая, то есть у них там выходили еще другие книги, по-моему, прикольный более детектив, да, и они выполнены были в определенном стиле, формате, который, надо сказать, мне совсем не близок, совершенно. Вот. Та манера иллюстрации, которые там в этой серии используются, и когда мне редактор выслал и сказал, что они будут в таком же стиле искать, я расстроилась, потому что я подумала, что это какие-то совершенно плоские, безликие, совершенно какие-то, ну, такие прям иллюстрации, я не знаю. Ну, что делать? Мне предлагают книжку издать. Я разве буду отказываться и говорить, нет, мне нравится там, как у вас оформлена серия. Я решила, что нет, я все-таки ладно. Пусть ищут художника. И искали они художника очень долго. Потому что объем иллюстрации, видите, даже здесь, хотя здесь их меньше, это 50 на 50. То есть текста столько же, сколько иллюстраций. Здесь почти на каждой странице здесь иллюстрации. То есть это очень большой объем. И нужно было сделать его в короткие сроки. И, видимо, все художники хорошие были заняты. Их искали, в общем, никак не могли найти. И тогда я, поскольку все-таки я всегда рисовала, я уже не могла ждать, я уже изнемогала, думаю, когда же моя книжка выйдет, когда же вообще что-то начнет происходить, я решила попробовать сама и написала, нарисовала первый эскиз. И выслала. Конечно, он был непутышный, совершенно был плохой. И кстати, я рисовала вот на обычной бумаге, обычными там, с красками, да, по-моему, гуашь, я рисовала там еще с карандашами что-то, отсканировала это все и отправила. Мне сказали, нам нужны иллюстрации, выполненные в компьютере. А я вообще в компьютере, естественно, не умела рисовать. Как я так сделаю? Ну ладно, я тогда на какое-то время опять забыла про свою, про то, что я могу вообще что-то тоже сама проиллюстрировать.
И, в общем, с тех пор прошло еще там сколько-то времени, они все искали. Искали художника, они продолжали его искать, пока они не искали. Я устроилась работать главным, заместителем главного редактора в детский журнал «Шуша». Он у нас выходил в Алмате, очень хороший, красивый журнал, яркий. Да, и у нас есть. Вот он, прекрасный журнал, я там работала. Почему-то он писал. К сожалению, да, потому что он не попался. Вот, а там детские, мне кажется. Потому что там работали очень хорошие художницы, две прекрасные художницы, я не знаю, более талантливых, чем они, девочки, Татьяна Мясникова и Дина Буксикова. Они работали как раз на графических планшетах, на компьютерах, компьютерных. То есть это они рисуют потрясающе, но они могут рисовать и на бумаге, и в программе компьютерной. Кстати, очень многие думают, что компьютерная программа что-то за тебя делает, что она за тебя рисует. Ты там задал, например, нарисовать руку или нарисовать ногу, она хоп, тебе там что-то нарисовала. Это все неправда. Это точно такая же ручка, это точно такая же, вот ты точно так же рисуешь, точно так же ты должен уметь рисовать, просто ты используешь вот эти краски в компьютере. Ну, это программа Pantusa есть такая, да? Я помню, да, дорогая. Ну, все, что я рисую, я вообще рисую все в фотошопе на графическом планшете. Так вот, когда я попала туда, и так случилось, что одна из девочек пошла, по-моему, в отпуск, а другая девочка-художница сказала: Тоня, хочешь попробовать на графическом планшете порисовать? Я говорю, ну как вообще, как ты мне так скажешь? Как это я не хочу? Я не смогу, наверное. Она говорит, сможешь, садись. И, в общем, они меня научили. Она меня научила, и поначалу, конечно, было непривычное ощущение, что ты катаешься, вот так как большая корова на льду. Ощущение было такое настолько непривычное. Я научилась и попробовала первую свою иллюстрацию сделать, отправила снова в редакцию. Мне снова не понравилось. Мне сказали, нет, что-то не то. Я сделала еще третий. Я не помню, сколько этих эскизов было, то ли 4, то ли 5, то ли больше. И на каком-то эскизе редактор издательства сказала, что а вот это хорошо, а давайте все-таки я попробую поговорить с редактором главным. И они, да, они решили, что, может быть, действительно, я сама проиллюстрирую. И я проиллюстрировала сама, получается, всю книгу. И следующую уже тоже. Мне кажется, проиллюстрировать. Да, это все я. В общем, все следующие книги, все последующие, все я проиллюстрировала. Я сама, естественно, я надеюсь, что с каждым разом я рисовала все лучше и лучше. Все лучше и лучше на графическом планшете, все-таки с опытом. И потом у меня появился новый графический планшет. Если сначала я себе купила самый дешевенький, какой только мог быть китайский планшет, да, то это тоже на графическом планшете. Да, больше графические такие. К сожалению, ни для второй книжки уже не осталось денег на цветные вставки. Ну, вы знаете, они хороши. В первой книге в серединке есть и несколько цветных иллюстраций, а здесь они тоже есть, только у меня в компьютере. А знаете, единственная книга, которую я не проиллюстрировала, это как раз «Зефирный Жора», потому что здесь вообще не предполагается никаких иллюстраций внутри. А подложку оформила художник издательства «Самокат», их дизайнер. И, по-моему, она прекрасно оформлена, я бы так уже не смогла так стилизовать вот этот зеленый кот. Вот сейчас готовится к выходу книга в маленьком издательстве, в очень хорошем издательстве в московском. Абрикабукс называется, от слова абрикос. Абрикабукс. У них есть не так много книг пока, но они такие хорошие. У них есть и стихи для маленьких детей, и фэнтези, истории для взрослых. И вот они сейчас готовят к выходу мою новую историю. Как раз она называется «Зимировки через зубы». Это пока так, условное название рабочее, я уже говорила. И ее как раз иллюстрирует художница. Это первый раз, впервые будет как бы целая книжка. Тоже большое количество иллюстраций, тоже почти половина книги будет проиллюстрирована кем-то другим, а не мной. Но надо сказать, что те эскизы, которые я видела, они просто великолепные. Конечно, я бы так не смогла, честно, могу знать, потому что... Вы знаете, у меня еще один такой вопрос. Я вот тут в интернете прочитала, что вот прошел фестиваль книжный. Я принимала участие в фестивале. Там была акция как раз. Очень, как сказать, акция в рамках фестиваля «Пиши писателя». Мне кажется, вы принимали. Да. Скажите, потому что в интернете ничего нет, а мне было любопытно. Фестиваль, который проходит каждый год в Москве, называется «Красная площадь». На Красной площади всякие разные издательства вставляют свои книги, проводят интересные мероприятия для детей, для взрослых. И очень много людей приходит именно на эту площадь, на Красную площадь, именно в рамках фестиваля, купить книги и встретиться с какими-то.
книги писателей, знаменитые, приезжают гости из разных стран туда. И вот этот фестиваль, они запустили такой конкурс интересный, называется «Пиши писателя». Они придумали устроить конкурс между художниками, которые рисуют своего любимого писателя, именно современного. Они попросили, не пишите, пожалуйста, Пушкина, не пишите, пожалуйста, Лермонтова, ну, пожалуйста, не пишите кого-нибудь современного. И, конечно, все стали рисовать сразу Акунина, рисовать сразу Лукьяненко, да-да-да. Я очень люблю этих писателей, то есть, ну, не люблю, но, в общем, уважаю, уважительно к ним отношусь. Но мне было как-то немножко обидно видеть, что детских писателей никто не рисует. Хотя современных детских писателей очень много. Их вот, если перечислить, их больше 200 хороших писателей, которые пишут на русском языке для детей интересные вещи. Но о них не так много говорят, как-то считается, что детская литература это что-то какая-то такая младшая сестра взрослой детской литературы почему-то. Ну, то есть такая, что-то как-то несерьезное такое занятие для взрослого человека писать детские книги. Почему-то так считается, хотя я считаю, что это намного сложнее, честно говоря. Вот, и мне для детей надо писать так же, как для взрослых, только еще немножко побольше. Да. Мне кажется, увлечь ребенка достаточно сложно, сложнее, чем взрослым. Взрослым можно завлечь какими-нибудь премиями или регалиями какими-нибудь, которые есть у автора, у писателя, какой-нибудь его жизненной позицией или гражданской позицией, и человек взрослый возьмет и прочитает книгу, которую тот написал. А ребенка сложно этим всем. Ему нужен сам текст, герои, персонажи, динамика, там она есть. Вы решили написать? Я решила, что да, я что-то должна с этим делать. Вообще, я всегда стараюсь говорить о современных детских писателях, рассказывать о них, о том, что они есть, называть их фамилии, имена. У меня у самого дома очень много книг детских писателей, современных имен, большой шкаф. Кого вы снимаете? Я сейчас, если всех перечислять, буду... Нет, ну, вот, например, кого вы, чьи портреты вы рисовали? Ну, я нарисовала все равно все-таки самых таких известных детских писателей современных. Я нарисовала Артура Геворгизова, я нарисовала Наталью, В общем, я нарисовала 9 портретов пока только. Я решила, что я 9 портретов нарисую. У меня, если я всех вообще буду рисовать всех, кого я знаю, тогда это будет 200 портретов. Нарисовала я тоже на английском планшете, и вот в итоге получилось так, что я победила. И рисовала я не за приз, потому что в качестве приза я даже не знаю, что, честно говоря. Я даже не интересовалась, мне было это совершенно не важно. Мне хотелось просто, чтобы люди увидели лица современной детской литературы, что она есть, что она интересна, что она заслуживает внимания. И это была моя цель. Спасибо большое. Вот, вы знаете, мне кажется, что вот среди детей, даже те, которые вот здесь сидят, вот есть дети, которые пишут, ну, тоже вот такую тетрадку там себе заводят, да? Вот, посоветуйте им что-нибудь, если можете. Я посоветую, ну, наверное, тоже то, что я себе могла бы тогда посоветовать, то, что, собственно, я делала, не останавливаться и не расстраиваться, если что-то не получается. Потому что, вот, как я сейчас вам рассказывала про эскизы, да, для своей книги. Их было очень много. Если бы я после первого или второго остановилась, то не было бы в итоге никакой книжки. Потому что я бы просто решила, что ну раз не получается, и бросила бы это занятие все. Но я пыталась улучшить то, что могла. Я пыталась работать над собой, исправлять ошибки, делать лучше. И вот мне кажется, что одно из самых таких важных умений не бросать начатое, заканчивать. Какое-то дело. Вот ты начал, например, сказку писать какую-то, не бросай ее наполовину. Все-таки попробуй закончить. Потом пройдет время, ты посмотри на нее свежим взглядом, отредактируй, посмотри, что ты можешь убавить, что ты можешь добавить. И тогда ты будешь, ну, получается, как работа над собой будет идти. Ты будешь расти. Будут сказки становиться все лучше и лучше. Сказки, или неважно, стихи это, что-то еще. Но со стихами там сложнее, потому что я не знаю, я не поэт. Я не знаю, как это у них работает. Может быть, у них как раз все это вот так вот вылетает, и редактировать не надо. Но вот что касается прозы, то это работа над собой. И умение себя тоже заставить где-то. Потому что вот то, что говорят про вдохновение, что вдохновение, ты сел, по вдохновению написал. Ну, правда это все. Вот есть идея, есть, да, ты увидел героя какого-то, тебе герой пришел в
голову, сюжет или еще что-то. Но это просто, это обрывки могут быть, это могут быть какие-то коротенькие записи в тетрадке, что-то еще. Но это все, это же не целая сказка, не повесть, это все наработки. А чтобы все это стало чем-то полноценным, с сюжетом, с началом, с концом, с серединой, с кульминацией, с каким-то развитием, нужно сидеть. Это нужно заставить себе сесть, открыть этот файл, этот пустой лист и начать работать. И как только ты начнешь, и бывает, конечно, у меня много раз такое было, когда я написала какую-то часть, и дальше оно никак не идет. И вот если бы я себя не заставляла, прямо не заставляла, то ничего бы не получилось. Потому что оно может оборваться. Это именно что работа. Ты сидишь и стараешься вот как идти дальше, идти. А вот скажите, пожалуйста, вот вы можете, например, назвать какие-то книги, может быть, вот фильмы, мультфильмы, которые вот, ну, вот человеку обязательно нужно посмотреть. Вот, например, любому ребенку надо посмотреть, ну вот 100%. Я вот так вот на вскидку всегда очень тяжело называю фамилии. Да, можно, может, можно. У меня столько всего в голове, потому что на самом вот деле... Вот мультфильм уже, вот Миядзаки, совершенно Миядзаки согласна весь, с вами. Весь Миядзаки, это однозначно. Да, и «Ходячий замок», и «Несумный призрак», и «Навсекая», которые я просто любима. «Навсекая», которая умеет летать. Я его это просто замечательно. Спасибо. Так вот сразу даже не скажу, вот недавно даже вот вышел фильм «Остров собак», который мне тоже страшно понравился. Это тоже не видели его? Нет. Это нет. Там герои как раз, по-моему, фильм, все происходит, но режиссер японский. Там речь о том, как на остров собак решили вывести всех собак. Изгнать, так сказать, от людей, потому что якобы они чем-то людей заражают. На самом деле это все сделали любители кошек. Любители кошек решили избавиться от всех собак. И на этот остров собак, где собака, конечно же, живется в мусоре, в отходах очень плохо, они болеют, им там одиноко без своих хозяев, решает отправиться туда один смелый мальчик. Тоже то ли ему 10 лет, то ли 11 лет. И решает спасти свою собаку, без которой он не может. Друг, настоящий друг. И вот этого тоже, как он спасает свою собаку, он пытается это спасать. А вот из книг, ну пускай вы будете, не будете называть там автор, но может быть какая-то книга на вас произвела впечатление. Очень много. Я так не скажу, что писать у меня вот так вот шкаф, значит, от верха до низа. Ну, весь заполнен, да, не наполнен этими книжками, именно современной детской литературы, еще несколько полок. И причем у меня так получилось, что полки, они у меня стеклянные, мы заказали неправильный шкаф. И нам привезли их со стеклянными полками. И я теперь так очень-очень осторожно боюсь, что у меня когда-нибудь стеклянные полки вот так рухнут под груды этих книг моих. Поэтому, ну нет, вот просто если зайти, опять же, вот написать, пиши писателя, там, или портреты, там выйдут любого этого автора, можно читать, можно смотреть любые книжки этих авторов. Сейчас вот современные детские писатели. Я просто вот честно, я не люблю называть какие-то имена, потому что значит, наш одного забываешь другого. Ну, да, и да. Здесь же думаешь, как этого назвал, того забыл. Много на самом деле. Это вы знаете, вот если какое-то интервью мое почитать, там, где у меня есть время подумать, посидеть и вспомнить. Потому что фамилии. Вас, наверное, все время спрашивают, да, кого бы вы да. посоветовали нам да. почитать. Но на самом деле вот есть такой сайт, знаете, я, наверное, вот так вот порекомендую, посоветую. Я тебе понимаю тоже. Да, сейчас мы уже закончим все. Есть такой сайт, запомните его, пожалуйста, называется Pap Mom Book. Папа, мама и книжка. Так, Pap Mom Book на английском языке. .ru. Да. Какой там простор для вас вообще, там и лицензии, там и обзоры, там и видео, да. Марина Рамштам, кстати, как раз одна из самых вот, любимых писательниц. Она совершенно уютно читает книги. Так вот она еще и потрясающих пишет, помимо всего прочего. И вот там есть еще, кстати, конкурс для детей, которые пишут и любят читать книги, любят писать о них лицензии. Конкурс «Книжный эксперт», они каждый год его проводят. И вот там как раз все вот эти книги, там есть и новые книги, и старые, как раз там вы узнаете всю информацию о современных детских писателях. Я думаю, что для начала хотя бы этого будет достаточно. Давайте не будем больше, дети у нас переживают, уже все устали. И давайте я последний вопрос задам, и пускай дети у нас.
Итак, значит, вот известного поэта Юлиана Тувима есть такое стихотворение, которое называется «Письмо ко всем детям по одному очень важному делу». Вот если бы вы писали письмо детям, что бы вы им пожелали? Дети, я желаю вам, дорогие мои дети, я пишу вам письмо. Ну, наверное, не знаю даже. Вот вообще, наверное, понимать, это как-то и не поймешь так, пока не проживешь какое-то время на этой земле. Наверное, просто помнить, вот, да, наверное, понимать, помнить, что жизнь, она удивительная, она разная. Иногда грустно, грустно, грустно. Но даже когда грустно, 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 все равно ты живешь, и все равно все это поменяется, и будет потом интересно, весело. Или как-то еще. То есть жизнь удивительная штука, мне кажется, надо ее вот как-то понимать, что она такая разная, может быть, да. И уметь как-то бережно относиться друг к другу, что ли, к тем, кто рядом с вами. Уметь поставить себя на место другого. Одно из самых важных, мне кажется, умений человека. Вообще было бы хорошо, чтобы каждый умел, наверное, никак, к сожалению, может. Вот это чувство эмпатии, умение представить себе, как себя сейчас другой человек чувствует, чтобы не сделать ему больно или обидно, или как-то. И тогда просто будет всем радостнее на самом деле. Будет меньше каких-то тяжелых ситуаций для всей планеты в целом, для всех людей. Если каждый будет немножко, прежде чем что-то сделать или кому-то что-то сказать, обидно, подумать 10 раз перед этим. Итак, дорогие дети, у нас в гостях был чудесный писатель, вам очень повезло, чудесный писатель Тоня Шипулина. Читаем книги. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Спасибо. Вам спасибо. Спасибо.